007. Это срочно. У нас ЧП. Похоже, атака неизбежна. Когда вы приземлитесь? Посадка через 10 минут. У нас нет 10 минут. Спутник показывает подозрительную активность у яхты Греко. Вы должны быть там. Скоро буду. Планы изменились. Летим в порт. У нас есть информация, что к Греко прилетела группа международных террористов. Это смертники. Они планируют нанести удар, когда фотограф будет делать групповой кадр. Мне не интересна ваша информация. Мы проверили Греко. Он международный бизнесмен и прилетел в отпуск. Сэр, его бизнес – торговля оружием. Он хочет, чтобы все главы государств, все члены двадцатки были уничтожены одним махом. Это ваши источники вам рассказали? Или просто женская интуиция? Извольте оставить мою интуицию в покое, генерал. Фотосъемку надо отменить. Ясно? Невозможно. Вы должны доверять мне. Я способен обеспечить их безопасность. Доверять вам? Я всецело положусь на Бонда. Я на месте. Удачи, 007. Бонд, это Теннер из отдела Q. Судя по данным перехвата, противник вас не заметил. Судя по плану, каюта Грека находится на нижней палубе. Найдите его и предотвратите нападение. Пошли. Никого нет. Дождемся приказа Греко и сделаем дело. Где сопровождение? Они должны быть здесь. Возникла проблема. Думаю, нас встретят по дороге. Греко говорил с ними по телефону. Должен приехать. Мы одни не справимся. Спокойно. Греко разберется. Надо включить новости. Пока на улицах не видно протестующих. Возможно, это знак того, что... Где мой вертолет? Ты кто такой? Отзывай смертников, Греко. Все кончено. Один против 40? Смешно. Охрана! Убрать его! Давай сюда. Нет, ту здоровую. Прикончить.
Понял. Вертолет находится дальше. Хватит терять время. Пора идти. Греко! Сюда! Черт! Остановите его! Мы едем к Акрополю! Где бомба, Греко? Последний шанс. Где она? Ты опоздал. Сколько у нас времени? Мало. Съемка начнется с минуты на минуту. Thank you.
почти на месте. Задержите.